Друзья, всем привет! У меня сегодня радость. Я получила посылочку от Дим. А зараз будем ее распаковывать. Вот так. Что тут у меня такого за скарбы? Заказывала я новинки Димины. Заказала я новинки Димины. О, ну как всегда, у хлопцев тут забагато бумаги. Как говорят, много бумаги не бывает, да? Так, это все мне пригодится еще для пакования кому-нибудь что-нибудь. Если кто-то будет что-то у меня заказывать. О, детки хорошие. Так, ну что? Вот это, я так понимаю, мои все стрепсы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А это мои листики. Ну, сейчас я распакую это все дело. Да, бумаги хлопцы никогда не жалеют. Так, и посмотрим, что же у меня тут такое есть. Ого, сколько тут у меня всего. Да, запаковали на славу. Опа. Ага, ну что у нас тут? Новинки. О, лыбедь. А лыбедь мне подарили. Ух ты, я не заказывала лыбедь. Да еще что-то подарили. Так, я заказывала фарбованный лис. Это новиночка. Варта памяти новиночка. Red Fox я заказала, киевские каштаны заказала, уже киевские каштаны, конечно, очень красивые сорта. Кому интересно, зайдите к Диме на страничку и посмотрите. Вот, смотрите, вот у меня 5, ха-ха, мне подарили лыбедь, Дэн, лыбедь, о, дякую, 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 великий дякую. Киевские каштаны, лыбедь, Red Fox, варта памяти дуже гарный такой, черный-черный. И мои стрепсы. Но я их буду сейчас очень долго распаковывать. Поэтому я сделаю паузу, а потом покажу, что у меня здесь есть. Так, до зустречи. Ну, ось, я распаковала все. И дивіться, что в мене є. Дивіться. Это ДЕМ 164. Я так разумею, что це примула, по-моему. Так, ДЕМ примула. 164. Так, це в мене Харуноміцу. І дивіться, тут їх декілька. Тут можна розсаджувати зразу вже. О, краса. Слоненятки такі з квіточками в мене. Так, це... О, дивіться, скільки тут цих бутончиків. Ну, це подарунок, я це не заказувала. Отраження з севера. Дивіться, оде. Смотрите, какая гарная. Рюшаста такая. Красунечка. Та... Далее. Це в мене кто? Так, сюда поставлю ее. Це в мене теж на бутонах. О, вот, бутони. DS1604. Там что-то таке темне, махрове, дуже-дуже гарне. Дуже гарно. И бутонов. Ой, какая краса. Да, гарно. Так, щось я тут свою примулу закрила. Так. Далі в мене хто? Які сорти? А, ДС Каріда. До речі, воно вже квітло. Бачите, були... Да, були цвіточки тут. Ну, прикольно. А тут засушений бутончик. Ну, нічого. Приберемо. Ну, коротше, Оксані є чим зайнятися. Так? Здоровий. Корнівая класна. Взагалі у всіх. Так, ну, тут вообще сплошні корни. Это Фредс Алексис Рей. Тут теж майже два. А, и теж бутони. Да, и бутони. И майже два кустика. Ну, подивимося, зроблю один. То в мене пропав цей сорт, я його встановила. Так, і дем ёжик. О, який красивий ёжик. Так, это вот мои стрепсики и мои листики. Red Fox. Еще раз пройдемся. Дэн. Дэн варта памяти. Лыбедь. И кто в мене тут еще? Фарбованный лис. Дивіться. Ла-ла-ла-ла. Довольна я. Хомяка заморила свого. Тепер еще є чем занятися. Все пересаджувати тепер треба в мені.
Все треба це пересаджувати, треба все давати до ладу, а це поставити, посадити треба буде все. Фарбований лис. Лис, ага, не лис, фарбований лис. Так, такое вот, так что вот все. Это мои новиночки, обновочки. Второй раз в этом году я замовляю всего лишь из-за нашей войны. Но хочется чего-то приемного, потому и замовила. Хочется какой-то радости. Радощи якісь. Так, все, друзья, на этом пока. Пішла я працювати, буду их всех пересаджувати. Київские каштаны, красота. Да, подарочки в мене. Так что я дуже довольна, хомяка свого побалувала. Так, друзья, все, пока, до новых встреч. Комментуем, лайкаем. Па-па-па-па, до новых встреч.